Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые прекрасные на свете зрители! И когда я убедилась, что мне не хватает емкости для салатов, воспользовалась интернетом и на Авито нашла очень интересное предложение, которое вы сейчас и увидите. Конечно, чуть-чуть подороже, но 500 рублей. Когда я вам рассказывала про свой стол, я забыла сказать, что эту замечательную скатерть я купила на блошином рынке в музее Москвы осенью за 600 рублей. Помните, я вам говорила? И меня даже кто-то попросил, чтобы я сняла ее на столе полностью. Ну вот, видите, она как раз для моего стола. Даже немножко свешивается со всех сторон. Ну вот. Вот эта вот замечательная скатерть, тоже с блошиного рынка. Ну, а, конечно, не стала долго ждать, потому что мне очень не понравилось, что пришлось на блюдце что-то ставить, ну, например, суши, да. И я побежала и купила вот такую замечательную емкость. Ну, если вот это у нас была осетрина, да, рыба, то это, мне кажется, щука. Но, во всяком случае, в наш такой тематический рыбно-фруктово-куриный такой вот, ну, добавилось вот такое вот блюдо. Ну, и я очень довольна, потому что оно интересное. Это не просто блюдо, а вот с фигурой. Стол маленький, ну, да. И, конечно, больше, я думаю, салатников и не надо. Ну вот, в общем-то, мне кажется, все, что есть. Я даже убрала подсвечник, потому что вроде как утром он нам не нужен. Ну а вечером... Мне и кулич новый я купила, чтобы... Да... продолжить праздник сердца. И, наверное, вам забыла показать своих замечательных, вот замечательную статуэтку, которую мне в свое время подарила Галя Кондратюк. Ну вот, а тюльпаны все у меня распустились. И оказалось, что даже среди них есть желтые. Все, еще раз, дорогие мои, поздравляю, приятных находок. Но мне теперь осталось искать новую чайную пару. И, в общем-то, будет, наверное, все закончено в моем, для моего стола, для моей сервировки. До свидания, мои дорогие друзья. До встречи. Да, курочку я перенесла, чтобы у вас не было вопросов, я ее перенесла вот сюда. И рядом вот с таким яичком поставила. И еще важное сообщение для любителей блошиного рынка ретро. Ту-ду-ду-дум! 8 и 9 числа будут скидки. Так что мне просили, чтобы я объявила. Я объявляю, девочки, будут скидки, приезжайте. Будет все очень замечательно. До встречи. А вам всего-всего самого наилучшего.